иллюзия обмана. Сегодня мы с вами ограбим банк. Раз, два, три. Деньги? Они настоящие? Вегас был лишь началом. Банк был лишь прикрытием. Пока они проворачивали настоящий фокус. 140 миллионов долларов. Стоять! Чтобы я ваши руки видел. Кажется, я вас не расслышал. Вы сказали, фокусники ограбили банк. Теперь они проворачивают потрясающее ограбление и не получают с этого ни цента. Смотрите сегодня в 20:00 на НТК.